Мария Бакина вспомнил мультсериал «Ребенок против кота Лысого». А, Кит Висикет. Ну как же, ржака, я этого ребенка ты делал противного. Ты что-то грустный, мистер Кэт. Тебе бы надо поиграть с твоей любимой маленькой мышкой. Когда этот фильм в тренде был, ну, момент, когда его показывали, когда все дети смотрели, мы на какой-то там студии сидели, и начальница этой студии, ее дочка привела своих маленьких одноклассников, чтобы посмотреть, как все там происходит дело. Ну, значит, они там проходят и говорят... Вот, дети, познакомьтесь. Как сейчас помню, говорят, это вот знаменитый Владимир Владимирович Антоник. А они, значит, бумажки приготовили, автографы. А это вот артистка Марина Бакина. Какая там самая главная роль? Я поворачиваюсь, говорю, кот! Они бросили этого Антоника нафиг. Они бросили это все. Они вот так вот на меня свалились. Наташа, а это моей маме, а это моей подружке. А напишите. Да, я помню. Да, Антоник сказал, вот Слава постучалась.